Аграры и гомельщины первыми в Украине приступили до сяубы льну. Зараз отповедные работы ведутся у Кармянском районе. Лен потребует особливых умов для сяубы. Палетки повинны прогреться и иметь необходимый уровень вильгати. Тому по мере готовности глеба аналогичные работы будут распочинаться и в других районах. Вероника Ворошилина с подробязностями сяубы на Кармянщине. Филиал открытого акционерного товариства «Гомельон» Кармянский льнозавод выращивает белорусский шелк на территориях у больше как 3000 гектаров. Они размещаются в Кармянском, Чачерском, Рогачевском и Речицком районах. Половина площади находится на Кармянщине. Льон – культура достаточно потребовательная и переборливая. Агроном за маль 40-годовым стажем працы Владимир Головацкий кажет, что за годы своей деятельности добро выучил все ее капризы. Самое главное капризы – погодные условия. Погодные условия – вот сейчас надо будет, погодные условия, и дождь надо будет. Потом созревание будет, и все, по всходах, все надо, и дождь надо, и солнце надо. Сейчас это самое соответствует погоде для посева льна. Сроки подошли, я думаю. Уже дальше нечего тянуть. Вот вы сегодня на этом поле видите, уже идет пыль. Уже почва созрела, полным ходом уже надо вести полевые работы и сеять лен. Лен любит умеренную вильгость и тепло. Палетки повинны прогреться, а узровень вильгости складать каля 65%. Надворье, якое зараз усталявалось на Гомельщине, является наибольш сприяльным для сяубы. Менавіта тому аграры Кармянщины вырашили не гублять ни дня и приступить до працы неоткладно. Провели отповедную передпосяўную опрацовку глебы, унесли минеральное удобрение и распашали сяубу. Зараз галовное – працавать оперативно, каб укластися у отведенный термин. Поставлена задача до 25 апреля посеять лен. По мере созревание, значит, как почвы, будем, значит, и продолжать и в других районах сеять. Как только почва будет готова, будем сеять. Главное, качественно и оптимальные сроки высеять, чтобы пораньше начать уборку и убрать, как положено, до 25 сентября. Вероника Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» с Кармянского района.